Доброй ночи. Направляю камеру на Луну. Сегодня 27 июля 2018 года. В этот день самое длинное, полное лунное затмение века. Луна проходит через земную тень и почти на 2 часа становится кровавой. Вот уже 2 часа мы наблюдаем за Луной, и она еле-еле виднеется, такого кровавого цвета. В это время происходит великое противостояние Марса, которое бывает раз в 15-17 лет. Надо же, Марс приблизился к Земле настолько, что это можно увидеть. Многие вышли на улицу, чтобы посмотреть. Да, жалко, что я через камеру не могу это все передать. Это из-за того, что темно, а Луна действительно такого кровавого цвета. Много дней говорили про это событие. Это волшебное зрелище. Вот она, уже почти вся красного цвета.